Координаторы гуманитарных программ и проектов Организации Объединенных Наций, работающие на Луганщине, встретились с руководителями департаментов облгосадминистрации. Глава полевого офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Фредерик Уинкинсон сказал, что уже оказана помощь более 40 тысячам жителей и отремонтировано около 3 тысяч домов. Помощь, которую оказывает ОВКБ в направлении восстановления жилья и непродовольственных товаров, очень тесно перекликается с помощью подготовки к зиме, которая сейчас активно проводится нашим офисом. Мы планируем помочь еще более чем 2700 семьям.